Анонс и точки до выхода нового четырехсерийного сериала «Сокровище королевы Анны». Премьера нового сериала состоится 22 октября на канале «Домашний». В центре событий Анна Королева. Героиня давно уже рассталась с супругом, однако вынуждена по-прежнему жить с ним в одной квартире. Не добавляет радости соседство с бывшей свекровью. Родители Анны давно погибли, а детей у нее нет. Несколько лет назад она родила девочку, однако она умерла прямо в родильном доме. Из семьи уже исчезли любовь, взаимопонимание и уважение, а на смену им пришли разлад и дисгармония. Муж давно перестал хранить супружескую верность. Жить вместе с ним и его матерью с каждым днем становится все тяжелее. В один прекрасный день Анна узнает, что теперь у нее есть собственное жилье. Соседка, за которой женщина трепетно ухаживала после смерти, оставила ей все свое имущество, в том числе свою квартиру. Вскоре в жизни Анны появляется новый знакомый Олег. Недавно овдовел. Авария унесла жизнь его жены. Теперь мужчина в одиночку воспитывает дочку Таисию. В Грюеву быстро возникает взаимная симпатия. Но бывшая свекровь не желает оставлять Королеву в покое. Она сообщает невестке, что ее малышка не умерла. Оказывается, ребенка удочерили прямо в роддоме. Процедуру эту провели в обстановке строгой секретности. В очередной раз, поверив матери и супруга, Анна начинает искать следы, которые могли бы ей помочь раскрыть эту загадку. Поиски приводят к неприятному открытию. Вероятно, ее ребенок – маленькая Тая, дочь Олега. Премьера сериала состоится 22 октября на канале «Домашний». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.